Труд облагораживает человека. Цитата русского литературного критика Белинского хорошо знакома брещанам, и каждый из них этого принципа придерживается, доказывая не словом, а делом, что вносит свою лепту, пусть и небольшую, в сохранение чистоты и уюта родного города. В период с 17 октября по 18 ноября в городе Бресте проходит мероприятие по осеннему благоустройству города Бреста. В нем принимают участие предприятия, организации, учреждения образования и различные субъекты хозяйствования. В рамках акции запланировано проведение различных мероприятий, в том числе в минувшие выходные проходила экологическая акция, где выполнялись работы по наведению порядка в лесных массивах, парковых зонах, дворовых территорий, территорий гаражных кооперативов. Начиная с молодого возраста закладывается какой-то фундамент для того, чтобы в последующем, как и своим примером для своих же одногодок, так и для более молодого поколения показать пример, как можно делать город лучше. Молодые деревца, которые через несколько лет станут одним из красивейших зеленых уголков Бреста, высадили секретари и актив БРСМ, а также различные предприятия и организации. Ведь сделать так, чтобы город над Бугом был зеленым и процветающим – задача каждого. Сегодня мы задаем старт новой районной акции «Аллеи молодежи». Сегодня представители первичных организаций БРСМ работающей молодежи и активная наша молодежь принимают участие здесь, на территории улицы Красногвардейской, для того, чтобы высадить порядка 17 лип. Мы надеемся, что наша акция станет традиционной, что с каждым годом мы будем все больше и больше привлекать сюда молодежь. Ну и, конечно же, хочется верить в то, что каждое предприятие, участвующее в сегодняшней акции, будет ухаживать за своим деревом, поливать его, приходить сюда и вспоминать, какое доброе дело они сделали на благо нашего процветающего города. После завершения высадки саженцев каждый участник мероприятия получил сертификат, в котором указаны координаты посаженного им дерева. Но и это еще не все. Каждый из них закрепил на красной ленте зеленый бумажный листик с названием организации, которую они представляют. Благодаря этому брещане будут знать, кто внес лепту в озеленение нашего города. Это большая помощь и нашему городу, чтобы он был еще красивее, пышнее, и, конечно же, чтобы молодые люди и вообще пожилые люди нашего города очень радовались красоте нашего города. Такой труд не останется незамеченным, ведь забота о создании уюта и хорошего настроения для людей никогда не бывают напрасной, а самое главное – это желание сделать жизнь лучше.